Так, хорошо. Так, ну фильтры успели сделать. Это прекрасно. Ну я был так малый обитель. Пожилой семье и их сыну. Они остались здесь, каким-то образом убираются. Угу. Разрушенная вилла. Если здесь живут какие-то люди, уже непонятно как. У них должно быть запас тушенки. Ну все, чем можем попытаться обокрасть их. Пойдем к челику. Дадим ему похавать. Я не знаю, что это даст. Он, наверное, будет благодарить, говорить, блять. Проживу, говорит. Подожди, я могу здесь, да, попасть к нему? Премного благодарен, добрый сэр, вместе. Для вас кое-что интересное, говорит. Что же? Я покажу, пойдем со мной. Ну вот так, да, просто не оставил он. Так, запись, запись идет. Простите, простите, что так сворачиваюсь резко. Но просто проверить, что запись шла надо. Оп. Смотрите за бочками, это любопытно. Оу. Спасибо. Я так благодарен. Прекрасно. Бляха, это тоже прекрасно. То, что он нам считай дал, это поможет в любом случае. Я бы сказал, даже очень сильно, потому что за вот эту вот маленькую баклажку спиртного можно пойти на армейский блокпост и там купить у них много всякого. Все очень выгодно. Типа, это очень-очень выгодно. Ну стопудово что-то опять спиздили. Welcome to hell, говорится. Пишется. Блять, еда и вода, ну ёб твою мать, как меня заебало это все. Суки, а? Желудок ручит. Да я понимаю, Марка. Ну а хули делать, пидорасы? Вот бляди, а? Вот же педрилы, а? Вот это вот, конечно, да. Но у меня две горячие порции будут. Нормально. Пиздец, надо скорее кого-то получать. Ладно, война. Нехватка провизии, но тут еще ночью пожаловали грабители. Я пойду сюда с тем голодавшим человеком. Пусть у нас мало продуктов, нужно оставаться людьми. Спасибо. Чел сказал нам спасибо очень таким интересным способом. Так. Ну, пока вода делается. Мне хватит. Два топлива надо еще. Давай сюда два топлива. Нормально, этого хватит. Это заебись. А что на улучшение вот этого верстака надо? О, у меня все есть. А на вот этого? Ничего нет пока. Как ничего. Там одного прикола не хватает. Ну, давай улучшать. Там теперь дыры можно будет заделать, да? Надо. Дыры тоже надо заделать. Точно. Чтоб, если что, не мешало. Ведь верхний этаж так мы и не разобрали. Ну, блядь. Мы с Марко неторопливые. Угу. Клетка. Там клетку можно поставить, еду фармить. Угу.
микстурный стол, грядки для трав. Самогонный аппарат. Ну давай заколоть дыры, пойдем. Меньше вероятность, что на нас нападут, это будет зашибись. Опа, торговец походу пришел, да? Да, какой-то чел. Бля, это торговец такой. Какой-то с корзинкой, какой-то челик. Какой-то крест деревенский. Там почти вода появилась. Что там мне принес? Может понадобиться. Здорово, сосед. Сами такие времена. В моем саду росли деревья, но становится все холоднее, поэтому решил порубить их на дрова. Прежде чем это сделал, бродяга, я могу ли с вами в следующий раз, может быть, поможет мне идет. Не, Йозеф, мне не нужно. Разве вам это не нужно? Да, не нужно. Нет. Ну будет по-твоему. До свидания. Давай. Мне не нужны доски. С досками мы разберемся сами. Вода почти сделалась. Поделиться едой с тем голодным было правильно. Понимаю, Марка. Спокоен. Убрать доски просто нет смысла. Я их просто пойду и найду еще. Так, ну еда заканчивается, надо будет идти за провизией. Тут человек, голодный человек теперь точно поправится, по крайней мере на пару дней, да. Вот теперь хорошо, прекрасно, спать. И все, можно вот так лечь. Все, отдохнул. Но на один день у нас еды хватит. Вот здесь что? Огромное количество еды. Пожилой семье и их сыну, они остались здесь каким-то образом. Так, это не мой стиль. Много еды. Какие-то непонятно как. Там бандиты живут, я помню. Здесь была... Тут сын. Много еды. Так, ну давай на армейский блокпост. Как бы, что я могу сказать? Баклаху. Чистый спирт. Сразу сюда спиртягу. Самокрутки. Удобрения. Бляха, удобрения. Брать ли с собой удобрения? Так, сам сахар я оставлю пока, потому что самогоном надо будет заниматься. Ладно, пусть будет. Пойдем. Пойдем поторгуем, мне нужна еда. Смотри, куда идешь, ты запретный зал, лучше принеси нам хорошие вещи. Я уже не помню, на чьей они стороне. О, у них есть пушки, у них есть еда. Ну давай сюда. И вот это все. Пушка, штурм, винтовка и дробовик. Вода есть. Ага. Вот это вот ему уже не хватает, да? И так не пойдет, давай больше. Нихуя себе. Ну, блядь, кусок консерв и все. Кусок мяса, консервы, блядь, и чистая вода. Хуёво. Наебать его никак, да, не получится? Угу. Вот же хуеплёты, а. Две консервы не хотят забирать. А, нихуя, а чё так? Ну-ка, расскажешь. Вот это, кстати, хуёво. Ладно, 4 воды. Да в целом воду-то мы сами получим, да? Ну, хорошо, кусок. Кусок еды уберу. И заебись. Вы выполнили свой гражданский долг. Хе-хе.
Он со мной говорит. Так можно на блокпосте, кстати, всех вырезать нахуй. И забрать у них все, что у них есть. И долго жить. Припеваючи, я бы сказал. Че, десагрится, если полезу к нему? Ничей. Наше место, уходи, говорит. Да-да, все, сейчас уйду. Я с тобой слежу. Убирайся, убирайся, говорит. Держись подальше, ладно? Вот вояка справедливо, говорит. А, блять. Ну, пройти к ним никак нельзя, да? Только если на пролом. Ебать, у них здание огромное. Но я кое-что спиздить хочу. Ебать, у них реально тут огромное все есть. Весь блокпост огромный. Извини, говорит. Да ничего. А тут этот. Что я вижу, что мы друг друга понимаем. Бляха, чел, ну давай наверх, к своей башне опять. Обратно, пожалуйста. Я не уйду, пока весь рюкзак не набью. Это не по мне. Вы что, думали, что я, блядь, просто пришел сюда? Я еще и кое-что спиздить хочу. Просто постою, попержу. Там стопудово что-то можно у них спиздить, в принципе. А что делать, времена такие? Что сделаешь? Человек, походу, вообще не хочет уходить, да? Блять, ну и чё? Кулак. Ну с кулаками не зарядишь. Они, ебать, тут, конечно, такие. Можно вырубить вот этого парня. Вот этого парня. В остальном пиздец. Убирайся, живо, говорит, тут чужой. На этот раз я тебя отпущу, в следующий раз убью, блять. Вот тебя, вот сука, а. Что я ему сделал? Я просто полез к нему на башню. Вот уебище, а. Хуёво сегодня рейд был. Хуёво. У них вообще нихуя не было. То есть торговались на нелегальные части. Вот эти вот. О, сегодня никто не напал. Так, голоден, устал. Но есть консервы на следующий день. Блять, все равно мало. Сюда давай. Первая пушка. Пятый день. Я еще самокрутки проебал. Типа сейчас я не знаю, как я буду обмениваться с Челиксом. 30-14. Так. Будем пытаться ловить мышей. Кроликов, я не знаю, зайчиков. Крыс. Вообще всех. Самогонный аппарат тоже бы сделать. О, пришел торговчик. Сколько два, как долго неизвестно. На консерву ловить. Такое себе. Ну и... Так, ну давай. Поговорим с тобой. Ну давай сразу. Я ему вот это не дал. Хавка.
Авка. Так не пойдет, давай больше. Ну, вот это вот предложение давай. Книги насрать, в принципе. На инструменты с тобой. Ну, выторговали, хорошо. А удобрение у него есть? Подожди. Там на удобрение можно ловить, да? Да, на удобрение. А удобрение у тебя есть? Удобрения у него нет, походу, да? Да, нет. Нет у него удобрения. Хуево. Ну ладно, давай на кусок мяса. Сколько там времени, я не знаю, сколько это займет, но один кусок мяса на два куска мяса — это прекрасный обмен, я считаю. И у нас есть две консервы, на которых можно жить некоторое время. Знаете, как я рисковал, говорит. Да нам до пизды, как ты рисковал. Вообще похуй. Если серьезно, вообще до пизды. Рисковал, не рисковал. Можешь вообще не приходить, нам вообще похуй на тебя. Микстурный стол. Я хочу все заколодить сейчас, чтоб никто не залезал. Это будет хорошо, я считаю. По-моему, последняя дыра, нет? Нет, да? Да, нет. Не знаю, хоп. Ну, не продырявилось. Еще дыра есть. А, все, все, я все заколотил. И микстурный стол еще могу сделать. Замечательно. Куда бы его только? Чтобы его разместить, надо очень сильно постараться. Ну все, в целом. Черт вас подери, на улице опасно, да да пизды на тебя. Пизди сколько хочешь, нам похуй. Можешь зайти в дом посидеть, попердеть. Если что-то спиздишь, тебе пизда, отпизжу. Запись уже длится 18 минут, ха-ха. Вот запись, наверное, посмотрите, думаете, ха-ха, ебать, он ебаный волшебник, он же не видит видеозаписи, а я такой, ха-ха. Я волшебник, да. Нихуя я тут не могу сделать. Опа. Лекарство из трав. Табак самосад. Травы. Табак самосад. Пойдем наверх отсыпаться. Наверное, сегодня можно никуда не идти, в принципе. Хотя, можно высадку за этими. Только за материалами и все. Типа так в целом. Так, ну пойдем, залутаемся. Чел там живой еще? Зря только пошел на ванпост на самом деле. Это бесполезно, наверное, было.
Я мог дождаться просто этого торговца и все. Спасибо еще раз, говорит. Или там еще что-то осталось? Сахара, это 4 сахара все-таки. Побежали. Все. Уже заполним все свои карманы и убегаю. Но, кстати, правда. Вот он мог поспать пойти сейчас. Это не ясно, сколько времени занимает поход оттуда туда. Сюда, обратно. Но тем не менее, все равно мог поспать же. Ебать, ну это пиздец. Блять. Охуительно. Голодаешь, блять. Понял. Ладно, на этой ноте прекрасный, я бы сказал. Охуительный. Заебательный. Ноте мы и закончим. Пиздец, две консервы.